Наш дом не подключен к отоплению, еще ряд домов, которые рядом расположены, детский сад тоже не подключен к отоплению. Обращение МУП «Теплоэнерго» никакого результата не дает. Диспетчер отвечает, что ей администрация никакую информацию не предоставляет по нашему дому. Сегодня я также обратилась в департамент ЖКХ, там тоже нет никакой информации по этому вопросу. Вот бы хотелось бы получить ответ. Наши корреспонденты встретились с начальником производственно-технического отдела Сергеем Остапенко, который прокомментировал сложившуюся ситуацию. Котельная площадь Петровский 20 проходила в этом году полную модернизацию и замену оборудования. В связи с этим там сейчас проводятся пусконаладочные работы по настройке и введению в эксплуатацию новых котлов. Ориентировочный запуск котельной, предположительно, до конца этой недели, до 22 октября, будет произведен. А также хочу довести до вашего сведения, что если у вас в квартире еще холодно, вам необходимо обращаться в управляющую компанию, поскольку «Теплоэнерго» поставляет на данный момент тепло практически всем потребителям, за исключением от котельной «Петровский бульвар 20», поскольку управляющие компании не успевают мобильно и быстро открывать задвижки на вводах на квартирные дома.